Так, еще все, Даня здесь. Оставляем, да. Короче, так, демку показ, да, чтобы на рандом.орг. Короче, господа, так, рандом.орг. Так, рандом.орг. Это точно рандом.орг? Нет, это не рекламка левая. Окей. Дудос, блин, понимаете. Просто приходится забирать, блин, так это рандом так важен у нас. Так, короче, у нас получается. 4 игрока. Типа. 4. Да. 4 игрока. Да я сказал, что дай 4. Моя, все уже занято. Солда такой по номеру. Первый, второй, третий. Это первый, да. Первый, да, получается какой второй? Второй, третий. Да, второй, третий. Второй, получается, я третий. Вот. Виталия четвертый, я третий, там первый, да, я второй. Еще получается, смотрим, получается так, типа, минимальное число 1, другое 4. Что, играешь? Сейчас вот выбивается такое число, 4. То есть Виталия против кого сейчас выбьется? Если вы 4, я буду угорать. 4 против Султана. А я, получается, против Дани буду. У Султана, да, ну ладно, Виталий записывает свой экран, наверное, проблем не должно быть. Да. Бляха, я боюсь то, что в инбитро будет баланс, и Султан сразу же Виталий стольёт, или... Комментирование, доминирование. А, нихуя, ты решил поприкалываться? Оооо! Ты решил... Это изи турнир, тут неважно что. Походу изи победа, блядь. Ты решил прикольнуться? Так, будете 3 катать. Я знаю. Подожди, а где Виталий, где Виталий Хан? Ага. Вот Ахлопот хоть... Султан поймался. Да, ты же добрый. Нужны комментарии, нужны комментарии. Виталий погибает. Все, мы не профессиональные комментаторы здесь. Да пиздюлься ты, сука, ёбаная. Султан типикал холлхорс мейнер. Подкаты, и это его победа. Блять. Всё, вернулся. Ну, чисто подкаты пидорские. Я не играл. Блять. Да, и люби себя. Люби себя. Я знаю, я люблю себя. Я знаю, ты любишь себя. Ну окей, думал уже все. Поминки. Неплохо. Кажется, у Султана проблемы. Кажется, у Султана большие проблемы. Первый раунд он с тобой был. Чё, кажется, у Нурзлана активация Windows. На! Суперпуля! Да что? Я её нихуя не заивейдил, ты просто её направлять не умеешь. Ты пикнул персонажа, на котором просто дрочишь ебаными кнопками, а я пикнул убийцу. Я пикнул убийцу. Не. Гард кэнсел, да ладно. Чё, чё это было? Султан заплекс. Да блин, как низ-низ, как низ-низ. Сильный удар. Что? Да, да не это я имел в виду, блин, типа комбо и нижний низ, типа сильный удар. Оооо. Флексэйр. Да нет! Спонсор турнира пиво Жигулевское. А как же Невское? И Невское да тоже. Окей, ну, еще любой случай будет. Ну это хан. Выиграет. И это хан. Опа.
Да ладно, красавчик. Отменил ему это. Да блядь! Тот султан попал в жопу. Действие султана. Зажаться в углу, подкат. Хенджетмен, суперпуля! Почти. Нет. Промазал хенджетменом. Да в пизду, ёп. Да! А что это так? Ну это хан. Следующий раунд. Ну это хан. Ну хан и Хулхорс уже были, блять, их уже пикать нельзя. Серьезно? Ну, все по справедливости. Все. Выбыл. Выбыл персонаж, прикаем другого. Сука. О, это было красиво. Опа. Дубликат нельзя брать, да? Да можно, почему? У нас не было правила, что дубликат нельзя брать. Сервер черед, Анубис плюс... А, Анубис стэн плюс... Или что же я забыл? Сервер черед, Анубис асин! Он кричит. Невежа. Браво. На самом деле очень напряженно. Ну конечно, блять, тут ебанутая битва. Битва титанов списка. Ну это мейн, простите. Подожди, у султана хатку на нику в качестве подсора, да? Да. Удобно. Опа, двойная камбуха. Ну у меня отстой камбуха ебаная. Слышные нажатия клавиш. Ах, султан. Ебать. Так там потому что быстрей. Сегодня страдает клавиатура. Ты почти выигрываешь, парень. Это очень плотно. Не зафиксировалось. Это было так по времени. Thank you.
мясорубка Султана против мясорубки Виталика. Оп, поймал. Ну это мы пизда задрочили с тобой, Султан. Пизда, катка. Ебани на что? Ударов никуда вот. Final round. Ебани ваша катка. Я уже давно не играл. Ну а на твой мейн. О, кружка, видишь? Блять, кружка, сука! На руку верни, пидор! Я на деде как будто постоянно играю. Ну, как бы пошло, пошло. Пошла эта хуйня. Где бабл? Виталик, ты что, камбухи учил? Да нихуя. Просто прям четко выпадает какая-то комбинация. Угу. Да, блять. Ну вот как бы Мидлер во всей красе, пизда. О, тайминг поймал, пидор. Пожевал. Одно, а, всё. Универсальный персонаж, все есть, блять. Атаки все дальние, нахуй. Профессиональный же спорт. У нас с тобой равное количество хп было, парень. Это было пизда, как по-честному. Ну я задрочил тебя сильными персонажами, Султан, в начале. А ты пикнул слабеньких. Надо было в начале Ханы нахуй пикать тоже тебе. Что, как он задел? А это такие хитбоксы, паренёк. Как бы, не знаю. Я даже особо не играю. Ну как ты не играешь, чел? Ты мы с тобой рука в руку, блядь. Глаз в глаз. Очко в очко. Вот это пизда атака, нахуй. Вот и все, блядь. Затерял. Память одним скиллом только надо, пиздец. Что это, блядь? Как он так? Вот. Ты веришь, что он не знает камбухи? Это прям так. Это чел, я нажимаю на кнопки, которые есть у меня. Я не знаю их. Блять, засунул в рот, сука. Убери, блядь. Воняет. Сплюнь. Да пиздец, хотелось бы. А! Вот что, как? Вот как у него не про... Ну 3-3, ну 3-0, Султан. Ну это пизда. Ой, блядь, это пиздец был, 3-0. Ух, Виталик, отдыхай.
закат. Здравствуй, юность, в сапогах. Пропади, моя тоска. Вот он я, привет, войска. Эти рельсы поезда. Как я попал сюда. Здесь не то, что на гражданке. На какой-нибудь гражданке. Жизнь снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи. Для печали нет причин. Не просто быть собой, когда шагает строй. Только сердце птицы бьется, и ликует, и смеется. И ему не удается под конвоем петь груди. Знать бы, что там впереди. Где-то течет река, где-то дом, где все ждут нас назад. Это не груз слегка, просто ветер щекочет глаза. Назад. Это не груз слегка, просто ветер щекочет глаза. Шаг вперед и два назад. Кто бы знал, чему я рад. Просто сбросил я печаль, словно голову с плеча. На стыках рельсов путь, виски вбивает пульс. Ты поймешь, как будет нужно. Где предательство, где дружба. Где карьера, где служба. И как сердце безоружно. Как обманчива наружность. Сколько звезд и сколько лычек. Сколько лиц, личин обличий.